друзья, так мы тут продолжаем копать. Интересно будет сейчас, чуточку позже. Куда? Кто-то тут меня спрашивал, видео у вас. Ты лучше скажи, какая польза бывает? Чего ты находишь там туда-сюда? От этих прогулок по лесу. Сейчас то, что тут звенело, мне не так интересно. Тьфу. Как? Вон там одна штучка есть. Сейчас туда мы подойдем. Мы что? Ири? Рамбаться. Хуёво, ёжа. Ага. Вот он. Опять-таки гильза. Уже третий. Уже третий вот такая. Вторую мы не засняли. Но это мы оставим. Так, продвигаемся вперед. А тут у нас. Он, кто не видит, может кто видит. Он там у нас танк стоит. Добрый день, Альви. Альви, светить, смотри, где отцу Герскардин. Подожди, сейчас засветим. Вот и телефон нашли. Вот. Panasonic еще. С карты я дал сим-карту. Открой ее. Обезвреживаем. Танк подорвать. Кто не верит, вон он, танк стоит. Сейчас подойдем, посмотрим. Вот карта, сим-карта вместе. То есть телефон, сим-карта. Так, продвигаемся вперед. Да. Все. Сим-карта есть? Его мечауте. А? Тут окопы. Тут походу мы в будущее или в прошлое попали. Ахтунг, ахтунг! Исчезен! Не стрелял, а? Следы. Дот, что? Доты стоят. Тут явно полигон. Мы наткнулись на полигон. И сейчас завтра в новостях что будет? Двое чеченцев на танке прорывались до Берлина. Что будет, вот что мы находим здесь. Вот окопы. Вот они окопы. Вот их позиция. И танк. Танки, двое чеченцев. Абрамс. А извини, где же аппарат? Залезем в танк. Посмотрим, что тут. Так, крышка закрыта. Залазим.
А ясенок, будто есть рюкзак, тоже полез. Так. Вот это... Так. А наводчики местики. Тут место наводчика. Оружие нашли. А кто-нибудь еще находил такое оружие? Вот тут снаряд засылают в ствол. Да, место машиниста, механика. Вот. Буду. Мадаха. Вот рух. Танк что, ворог бош. Украине радится лан бош. Вот. Чистоки. Дин танк как мои его. А ты же хорошо. Я вспомнил. Вот такие движения. Оружие нашли. Халамбалам. Вот позиции. Вот по всей длине. Вот так. Все позиции. И держим сопку. Так, ну что, до следующего тогда. Потом покажем дальше, что как было. Огонь! Огонь! Моя ересь. А?